Приветствуем вас на канале Верность ТВ, канале о спасении животных. В этом ролике расскажем счастливую историю пса по кличке Лопушок. Его нашли в одной из смоленских деревень. Когда мы его нашли в середине ноября, Лопушок был сильно замерзший, шерсть валявшаяся, она его просто не грела. На нем было более 150 клещей, и это далеко не все беды, которые его преследовали. Две самые главные проблемы – возраст и отсутствие хозяина. Лопушок точно был домашним псом. Он знал, что такое груминг, ошейник и поводок. И он просто не знал, как выжить на улице. Спать он лег под открытым небом, на холодную мокрую землю. Он даже не нашел себе укрытия. Поэтому мы отправились к врачу, а уже после осмотра поехали на груминг. Общее состояние Лопушка, к счастью, оказалось не таким критичным, как его внешний вид. Завороток века, немного повышенная температура. К счастью, он не успел получить переохлаждение, проблемы с почками и другими внутренними органами. Но на нем была просто тьма клещей, которые могли нести опасные болезни в себе. Поэтому после врача мы сразу же отправились к грумеру. Нужно снимать этот валенок и снимать всех клещей. А сейчас расскажем небольшой спойлер. На нашем канале уже есть видео, как мы были у грумера. Именно его увидела девушка, которая в итоге заберет его домой. В конце ролика вы увидите эти счастливые кадры. А пока постараемся кратко и очень сжато за 8,5 минут рассказать вам историю грустную и одновременно счастливую пса по кличке Лопушок. Ты играешь? Посмотри сюда. Дай лапку. Дай мне лапку. Молодец, умница. Дай другую. Дай мне лапку. Дай мне лапку. Дай лапку. Молодец. Дай другую. Мы уже успели полюбить Лопушка. Да и он нас тоже. Но пришла пора расстаться и отправляться ему в дальний путь. Сначала Лопушок едет в Москву с нашими волонтерами Кирой и Сашей. А дальше они сажают его на поезд, откуда он отправляется аж в Челябинск. За 2200 километров от Смоленска он едет в новую семью. Сажай! Все, парня посадили. Да? Все, ты в поездку отправляешься. Да, закрывайте. Пойдем. Ну, когда глаза в глаза, он еще, может быть, грызет кость, так и не слышит. Это еще ваша кость, которую вы ему дали. Он еще с ней никак не справится. О!
Наш мальчишка пришел. Наш мальчишка пришел. Чак. Чак, посмотри в объектив. Да. Вот с кошками очень дружно живет. Собственно, с первого дня он к ним был расположен. Сразу же кошки, они, конечно, осторожничали. Будь здоров. А сейчас они уже спокойно на него реагируют. Они не играют. Ну, пес у нас уже такой товарищ серьезный, солидный. Он, в общем-то, не очень-то резвится. Он так понемножку бегает. Да, и очень ласковый. Очень ласковый. Очень спокойный. Выдержанный. Хороший пес. Хороший. Видно, что он был домашний. Он часто подходит к определенной двери на этаже. Не принюхивается. Я так думаю, что квартира, в которой он жил, находилась вот именно там, где вот он пытается принюхаться. Так что у нас все хорошо. Быстро привык, быстро понял, что от него требуется и чего нельзя. Ну, собственно, чего нельзя. Туалет, конечно, весь на улице. Это уже отработано. Ну, вот. И все время надо его гладить. Он очень любит, когда его гладят. Вот, да, поднырнул, все. Вот так мы. И очень любит, когда вот его теребят. Вот он сразу такой прямо... Сейчас его потеребишь, он потом начинает бегать. Такой радостный. У него сразу такая эмоция появляется. Да, чикунь. Вот когда, да. Хороший, спокойный пес. Доброжелательный очень. Тебя не видно. Очень доброжелательный. Не показывает зубы. Единственное, может что-то внутри себя где-то там рыкнуть. Ну, это скорее предупреждение. То есть агрессии никакой нет. Вот у нас уши в стороны, в разные стороны, да? Берите добрые руки животных. Им тоже нужна любовь, забота. Они как люди. Они все понимают. Они считывают эмоции. Они запоминают очень много. И хорошего, и плохого. А это вот у нас еще один. Бакс. Бакс наблюдает, ему интересно. Но это не значит, что он его боится, потому что нет вражды между псом и котами. Никакой нет абсолютно. Ну ладно, всем пока. Мы пошли.